Привет, друзья! С вами Ухты Кухня, и сегодня приготовим вкусную курицу в духовке, которую можно и на праздничный стол подать. Ух ты, какая она аппетитная! Да, все очень быстро, просто и вкусно! Поехали! Мне понадобится граммов 30-40 сливочного масла, мягкого. Я его заранее достала из холодильника. Мягенькое. Сюда цедру половинки апельсина. Только желтенькая часть. Ой, как пахнет Новым годом! Я думаю, будет достаточно. Сюда же сок половины апельсина. Чудо-приспособление. 1-2 столовые ложки будет достаточно. Ну, чтобы так ориентироваться. Пару зубков чеснока через пресс. Добавлю немного красного острого перчика. Постараюсь его меленько нарубить. Можно заменить на перец чили порошковый. Так, сюда. Обязательным ингредиентом этого масла петрушка. С укропом нам почему-то не зашло. Несколько веточек. Также мелко порублю. Чем мельче, тем лучше. Сок пустила, значит, все прекрасно. В эту красоту. А теперь, друзья, полет фантазии. Можно добавить все, что любите. У меня это будет 1 столовая ложка соевого соуса, чайная ложечка сладкой красной паприки, чайная ложка адыгейской соли, немного куркумы, примерно 1/2 чайной ложечки, и черный молотый перчик. По вкусу? Да, по вкусу. Все хорошо перемешиваю, чтобы объединилось в общую массу. Да. Оно получается жидковатым. Для этого мы его и поставим сейчас минут на 15-20 в морозилку, чтобы загустело. А этим временем займемся курицей. Сейчас будет и вкусно. Тушка. У меня 2-2-300 где-то так по весу. Немножко ее обсушу. И обязательно, друзья, посмолить ее. Чтобы все перышки, которые мелкие там есть, все исчезло. Сережка, как работает эта штуковина? Чуть-чуть приоткрывай. О, умница, справилась. Скажи, красота. Кто молодец? Я молодец. Ставьте лайки, друзья. Поехали, курочка. О, сейчас все перышки все уберем. Подготовим кожицу. Она после этого действия будет такая прям еще хрустящая. Все когда-нибудь бывает впервые. Давай, помощник. Как ты это делаешь сам? Руками. Какой ты у меня молодец. Ты справилась. Фух, а грядка, конечно, я тихо... Я что-то ему скрутила тут. Красотка ты! Все, убираем это. А курицу нужно хорошо помыть. Счастливая курица. Моют ее уже. Я ее уже третий раз мою. Все. Перекладываю на тарелку и немножко обсушу полотенцами. Ой, красавица. Такая тяжеленькая. Вроде на вид такая маленькая. Перекладываю курицу на доску пузиком вниз. Будем вырезать хребет. Берем нож. У шейки делаю надрез. И прорезаю до самого конца. И с другой стороны также надрез и прорезаем. Еще и суп будет у нас. Курицу нам нужно развернуть. Делаю пару надрезов с одной стороны и с другой. Будем ее выпрямлять. О, вот так вот, друзья, мы ее развернули. Сейчас солю с этой стороны. Так, хорошо, щедро солю. Черный молотый перчик. Это я люблю. Конечно, все для тебя, любимый. Теперь переворачиваю аккуратно на вторую сторонку. О,
Вот, посмотрите, какая получается. Немножко соли. Немножко черного перца. Тоже делаю массажик. И оставляю курицу прямо на столе до тех пор, пока загустеет масло. Все, наслаждайся. Пришло время и масло достать. Я думаю, оно уже здесь замерзло. Ой, отлично. И сейчас, друзья, самое интересное. Курочку нужно хорошо смазать этим маслицем. Как я буду это делать? Беру масло и под кожицу. Где только смогу. Побольше специй. Да. Куда только смогу. Везде буду подсовывать. Именно под кожицу. Если где-то кожица лопнула, это только... Плюс. Да. И вот так вот. В ножки. С этой стороны у меня вообще все прекрасно. Вот так вот поддеваю. Видно кармашек, Сережка? Видно. Угу. И запихиваю маслице. Аккуратно переворачиваю на вторую сторонку. И пройдусь и здесь. Курицу перекладываем на противень. Мне это будет вот такой. Раскладываем ее красивенько. Оставляю место для овощей. А курицу ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Сразу же снижаю температуру до 180 и запекаю примерно 50-60 минут. Буду ориентироваться по курице. Примерно через 40 минут курицу достаю. Смотрите, какая красоточка. Ух ты! Да. Беру ложку и поливаю ее жиром. Вот этим, что стек. Анечка, она реально красивая. Она еще и не только красивая, она еще и вкусная. Хочу курице добавить овощи. У меня из морозилки. Цветная капуста, брокколи и пару перчиков. Все бланшированное примерно 3-5 минут в воде. Я всегда так замораживаю овощи. Выкладываю перцы. Можно, конечно же, и картофель. По желанию. По желанию, да. И все же мясо нужно есть с овощами. А вот так раскладываю. Где есть соус, чтобы тоже напиталось. Сюда, сюда. Ой, Сережка, вот это вкусно у нас сейчас будет. А нарядная какая она. Скажи. И снова оставлю в духовку еще на 15-20 минут. Больше ее трогать не буду. Все. Ставьте лайки, друзья, за такую вкусноту и красоту. Что может быть проще, чем курица с овощами, да? Класс. Ну что, Сережка, ты готов увидеть мой шедевр? Конечно. А вы, друзья? Ух ты! Да, это ух ты кухня. И сегодня у нас праздничный ужин. А желудок уже вырещало. Слышал, да? Все, друзья, нет сил больше ждать. Курица уже отдохнула, и ее нужно переложить на праздничное блюдо. Берем аккуратненько. Ой, Сережка, ляшечку подержи. Конечно. Поехали. Можно сразу забрать ее? Да, можно. Конечно же, овощи. Ой, перчики тоже видно, да, как хорошо приготовились. Опа. Уверена, будешь и перцы есть. И зелень. И зелень, и брокколи, все будешь есть. Анютка, я тебя благодарю за такую вкусняшку. Пожалуйста, ты же знаешь, я люблю тебе угодить. Давай уже курицу делить. Маня, ты будешь курицу? О, сразу прибежал. Конечно, конечно. Скажи, конечно буду. Смотри, Сережка, я сегодня женщина добрая, выбирай, какую тебе часть. Да половину сразу. Ну, половину ты не съешь, это точно. Я тебе дам ляшечку. Ой, она сама прямо отваливается. Ляшечку. Вот такой вот красивый перчик тебе. Овощи. Маня, я с тобой поделюсь. Успокойся. Разве что косточки можешь ему дать. И то куриные нельзя. Все. Друзья, хочу же показать, какая сочная куриная грудка получается при таком способе запекания. Прям вот так вот. Для вас, мои хорошие, прямо возьму посередине. Я думаю, уже видно, да? Посмотрите, какая красота. Сереж, покажи, пожалуйста. Посмотрите. Сочная, сочная. С нее прямо сок течет. Я этот кусочек съем. Вы уж меня извините, но я не могу удержаться.
то, что надо. Приятного всем аппетита, мирного неба, вкусных идей, мудрых жен, послушных детей. И благодарных мужей. Ну и, конечно же, с овощами. Они даже чуть-чуть хрустящие остались. И в этом соусе, который остался, покажи, Сережка. Вот так смачиваем и в рот. Ты пока показываешь, сейчас наешься. Это вкусно. Просто, быстро и вкусно. В духовку поставили и забыли. Занимаемся своими делами. Класс. Все, а теперь хочу поделиться кусочком с нашей Маней. Специи я убрала. Сядь. Мы же культурные люди, Маня. Попроси у мамы. Ну попроси. Не, он уже все просит, Маня, просит. Молодец какой. А наслаждаться? Маня, едой нужно наслаждаться. Все, больше нельзя. Целуй меня. Целуй. Все, ура. Ну ладно, тебе все, возбужденный ты наш. О, что там? И меня сейчас съест. Все. Папка, давай, моем руки и обедаем. Поехали. Ну, бери, ну ты вряд ли ее осилишь.